Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на канале ЭНСК-49. Из фронтальной волны на юге Западной Сибири сформировался молодой циклон и сдвинулся на северо-восток к Енисею. А в тылу у него грозовой холодный фронт будет прижиматься с северо-запада к предгорьям Алтая. Далее о погоде более подробно. В Новосибирске 21 августа дожди и грозы. Ветер западный 2,7, порывы до 14 метров в секунду. В ночные часы температура воздуха составит плюс 13-15 градусов, в светлое время суток ожидается плюс 20-22. В последующие дни кратковременные дожди и грозы. 22-го ночная температура плюс 12-14 градусов, в дневные часы синоптики прогнозируют плюс 21-23. 23-го в темное время суток 13-15 со знаком плюс, днем будет около плюс 25. Вы смотрели прогноз погоды Западно-Сибирского метеоагентства. Желаю вам отличного дня!